самые, как теперь говорят, креативно мыслящие педагоги поспешили им воспользоваться. Однако блог – это всего лишь форма, и каждый наполнял ее собственным содержанием. Своим опытом поделилась учитель физики лицея номер 590 Елена Шевчук. Она победитель городского конкурса блогов. Сначала, когда создавала блог, мне показалось, что это хорошее электронное объявление. А потом, когда я уже погрузилась в эту работу, я поняла, что надо выходить за рамки и стала думать о том, что можно, например, создавать плакаты по фильмам, можно создавать какие-то интерактивные листы по заданиям конкретным по каким-то фильмам. И стала по ходу непосредственно изучения материала с ребятами такие вещи отрабатывать. Дело в том, что мне уже достаточно лет. Я работаю вот в школе непосредственно вот педагогом, учителем физики. Я работаю почти 30 лет. Но то буквально до последнего времени, в принципе, каждое поколение похоже было на предыдущее. Оно как бы имело определенные черты, но было похоже на предыдущее. А вот нынешнее поколение, в связи с этим списком информационных технологий, оно имеет определенные черты. Эти дети не такие, как когда-то вы были.